Привет! Сегодня мы с мамой заказали для класса в поход, чтобы сходить, фонарики на гаджет-парк. Они, в принципе, вроде бы так и называются. Их предоставил нам очень даже милый курьер. Вот. И вот мы хотели сегодня заснять клип для того, чтобы их как... Продемонстрировать, да. Вот. Первый фонарик, супер мощный наголовный фонарик. Вот так он, в принципе, выглядит. Вот тут вот поворачивается. Тут у него кнопка включения. Первый режим, да, я так и знала, это середина. Ну, сейчас у нас включен свет, не очень видно, конечно, но, в общем, он очень мощно работает. Потом следующий режим — это боковые части, вот. Следующий режим — это все вместе, ну, а третий — это моргает, в общем-то. Еще здесь зарядка и какой-то USB-кабель, не знаю, что это. Тоже зарядка. Ну, тоже зарядка, да. Ну, это если кто-то на машине будет там. Ну, да, наверное. Нас повезет. Итак, что у нас там дальше по счету? Это у нас светодиодный фонарь. Дальность 1000 метров. Он такой небольшой, меньше, чем тот. С небольшой для руки штучкой. Сзади у него вот такая миленькая оранжевая кнопочка для включения. Включаем. Ну, тут, по-моему, все ясно. Нажимаем, он выключается. Ну, еще там, тут такой монокль прикольный. Там еще какие-то режимы были. Да? Ну, мы разные брали, да. Ну, в общем, вот такой у нас обычный. Еще монокль. Кстати, очень даже видно. И зарядка. Это можно и с собой ее брать, заряжать, и через розетку, я так понимаю. Ну, ладно, вот. Потом разберемся. Окей. Идем дальше. Что там еще? Вроде последний. Нет, мы 4 штуки заказывали. Ну, там еще в пакете отдельный лежит. Это у нас в руке держать фонарик. Только теперь кемпинговый. С кнопочкой. Кемпинговый, точно. Вот, забываю все время, как его зовут. Ну, для похода как раз вот мы его брали. Да, кстати, ходили. Там написано на сайте было, что он... может использоваться как лампа осветительная. Ну-ка. Да, возможно, будет. Сейчас он у нас светить. Вот, о, прекрасно свет. Светит. Ой. Свет белый. Ну все, хватит, давай другой. Так, потом еще... Вот, это режим уже, чтобы ходить в лес, там, в поход. Ну-ка, а фокус там меняется? Там, по-моему, должен фокус, вот этот крутящийся момент. Вот. Так, фокус. Ага, вот это. Это вот эта штучка. Да-да-да. Мощность. Да, если... делаешь назад, то площадь распространения света увеличивается. Не свети в глаза, не надо. Ну, все, да, все, да. Ну, давай мы тогда... И назад. Здесь я не знаю, для чего это... Это зарядка. Ну, зарядка. Наверное. Да. Нет, вот здесь зарядка. Там разные, может быть. Он... там написано было, что это он может являться зарядным. То есть он может зарядником. А вот эта вот часть, вот эта вот... Это у него, короче, заряжать. У него этот есть, этот, как его, магнит, короче, здесь. Магнит. Магнит, да, ты его можешь крепить куда-нибудь, и он может висеть, как лампа. Штучка. Прикольно. Ну, ладно, потом попробуем. Еще. Давай, что там еще есть? Зарядка и кабель. Итак. Ну, я, конечно же, аккуратно сложила. Сейчас упадет. Ну, давай это... Ясно. Вот. Ясно все со мной. Всегда со мной. Итак, последний очередной фонарь. Супер мощный. Опять же, таки от Gadget Park. Есть сайт. На YouTube канал. Всякое такое. Открываем. И да. Он тоже... наголовный, только уже, ничего себе. Такая вот здоровая махина. Вот, тоже крутится. Ну, для мужчин, конечно. Да. С таким ходить. Мы, наверное, тогда вот эти маленькие возьмем. Да, конечно. Вот у него тут сверху, конечно же, опять же таки,
Ничего себе, мощная кнопочка. Что тут слышу. Делается? О, это то же самое вещь, как вот с этим, крутящиеся. Ну, фокусировка. То же самый эффект, да. Вот, потом еще раз тыкаем. Он чуть меньше уже светит, я так понимаю. Главное, что все светит. Ой, 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 стробоскопа. Так, ага. Спокойно. О, еще и красный. Аварийный. Еще и красный моргает. Ничего себе, столько режимов. Обалденно. Слушай, обалденно вообще вещь. У него, видимо, тут еще сзади зарядка или микрофон. Я не знаю, что это на самом деле с проводочком. Еще и закрытие. Закрыто. Супер. Написано LED. Это эти, это леды, леды эти. Итак, ну его мы, конечно же, не будем лампы. Брать сегодня. Ясно, спасибо. Светодиодные, так называются, лампы. А, ясно. Итак, все фонари мы вроде бы. Ну, вроде бы, да. Которые мы взяли. И пойдем в лес проверять.